представляем судейскую коллегию сегодняшнего матча. Павел Дворикинский, Владимир Миронов. Вся бригада судейских коллегий российской коллегии матча. Уважаемые болельщики, расскажите, пожалуйста, составы играющих сегодня команд. Команда ФНС «Феникс». Владимир Монкин, номер 20. Владимир Филиппов, номер 21. Олег Голубов, номер 52. Сергей Шилин, номер 67. Дмитрий Куликов, номер 15. Николай Алексеев, номер 22. Александр Сухалов, номер 28. Никита Волчиновский, номер 71. Валерий Александрович, номер 13. Геннадий Лосов, номер 35. Дмитрий Швидов, номер 63. Антон Попросин, номер 19. Александр Трофимов, номер 18. Николай Чичикин, номер 55. Капитан команды Геннадий Волчиновский, номер 79. Александр Сокровов, номер 84. Никита Баткин, номер 31. Главный тренер команды Алексей Вячеславович Тур. Ворота защищает Александр Выставкин. Александр Соколов, номер 5. Даниил Благодар, номер 6. Максим Загорулин, номер 7. Борис Ливерков, номер 8. Владимир Леков, номер 11. Иван Желтиков, номер 13. Дмитрий Папин, номер 22. Эдуард Тишунин, номер 50. Алексей Кузнецов, номер 66. Евгений Попалитов, номер 97. Капитан команды. Алексей Шерепугин, номер 99. Андрей Николаев, номер 65. Николай Викунин, номер 62. Александр Абхазан, номер 3. Главный команды Сергей Анатольевич Народцев. Передачи Олега Грутова, номер 52. Шайба забросил Дмитрий Куликов, номер 15.
Передачим Александра Стукалова, номер 28. Шайбу забросил Марина Савин, номер 11. Thank you.
Последняя минута первого периода. Get the kill out.
За задержку соперника кружкой. Молодой штрафа на позицию команды «Шпанель Спринц» Игорь Алексин, номер 47. За удар соперника кружкой монстра на дозвуке игрок команды «Истребители» Иван Жовков, номер 13.
За нарушение численного состава команда из Кирилли наказывается малым штрафом.
За задержку соперника вышка новым штрафом на данную команду Геннадий Лосов, номер 35. Thank you.
За нарушение численного состава команда Антоне Спиниц наказывается малым штрафом. Штрафной Дмитрий Свинга, номер 63. Счет окончен. За счет 5-0 победу одержала хоккейная команда ФНС.